Вы как-то сказали нам, это в связи с тем, что вы говорили в видении насчет Конгресса, вы нам сказали, что Конгресс равен году работы. Как Конгресс может ускорить нам состояние, о котором говорится в статье? Только через объединение между нами. Потому что мы находимся, каждый и каждая группа, в разных состояниях. То в тот момент, когда мы хотим прийти к какому-то объединению в наших усилиях, уже наша работа становится более разнообразной. И мы действительно в этом хотим приблизиться к высшему свету в разных видах. Это очень важно и очень мощно. В духовном объединение между вещами непохожими важнее, гораздо важнее, чем объединение между вещами, которые подобны и большие по своей противоположности. Это как в нашем мире. Если ты возьмешь 1000 цветов, насколько это будет выглядеть по-разному, по-другому, и полно наполнен информацией по отношению к тому, что у тебя есть немного цветов, но в большой мощности. Как подготовка влияет, Рав? Вы сказали, что она очень критична. Как она влияет на успех? Приводит нас в действие, приводит в действие наши клетки. Клетки разума и клетки чувства.